300-летию российской полиции. Создание российской полиции нового типа было инициировано Петром I в рамках модернизации органов управления страны. При этом под полицией в годы правления Петра понималась не только охрана общественного порядка и борьба с преступностью, но и любая управленческая деятельность в сфере обеспечения безопасности, пожарной охраны, надзора за поведением подданных и соблюдением ими религиозных обрядов. Проект подготовлен АТВ-Медиа совместно с полицией Ставрополья.